Четверг, 28 марта, в 16 часов в Твери началось цифровое вещание. Пока оно ведется только в тестовом режиме. Сколько телевизионных каналов можно будет увидеть в новом качестве? И что нужно для того, чтобы у себя дома смотреть цифровое телевидение? В прямом эфире расскажет инженер областного радиотелевизионного передающего центра Александр Стрельцов. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр, расскажите, пожалуйста, а чем принципиально цифровое телевидение отличается от того телевидения, которое сейчас смотрят наши телезрители? Оно называется аналоговое. В первую очередь, конечно, цифровое телевидение отличается качеством сигнала. То есть аналоговый сигнал – это все-таки уже устаревший формат, там есть помехи, чего нет в цифровом сигнале. Также у цифрового сигнала большая зона покрытия, и есть возможность в будущем создания телевидения высокой четкости. Вот основные параметры. Сколько каналов на данный момент люди, наши тверичане, могут видеть в цифровом качестве? На данный момент в цифровом качестве тверичане могут видеть 8 телевизионных каналов и 3 радиоканала. То есть это и есть так называемый мультиплекс. Объясните вообще, что это слово означает, потому что не всем понятно. Да, не всем понятно, что такое мультиплекс. Но мультиплекс – это набор телевизионных и радиоканалов, передаваемых в одном частотном диапазоне цифрового вещания. Все довольно просто. То есть это некий набор каналов, которые были выбраны, и они будут вещать в цифровом формате. Да, это и есть те самые 8 каналов, которые вещают в цифровом формате, и это и есть мультиплекс. Я думаю, нам нужно объяснить, что мультиплекс он будет не один, то есть ожидается, что он будет и второй, и третий. То есть набор каналов постоянно в цифровом качестве будет увеличиваться. Да, мы над этим работаем, набор каналов постоянно будет увеличиваться, ожидается и второй мультиплекс, и третий мультиплекс, и в третьем мультиплексе уже вот ожидается телевидение высокой четкости. Вот многих интересует вопрос, вот по расчетам цифровое телевидение со временем вообще должно аналоговое телевидение вытеснить? Со временем, конечно, рано или поздно это произойдет, но произойдет это только в том случае, когда цифровым телевидением будет полный охват, и доля приставок и телевизоров, поддерживающих наш цифровой сигнал, достигнет хотя бы уровня 95-98%. То есть через какое-то время аналоговый сигнал вообще перестанет передавать? Да, аналоговый сигнал совершенно пропадет, это будет большим плюсом, так как это скажется даже на той же энергоэффективности, потому что при передаче аналоговых каналов, допустим, мы используем 8 передатчиков, а при передаче цифровых каналов 8 каналов идут на одной частоте, мы используем один передатчик. Александр, вот такой вопрос. Жители сейчас могут уже смотреть цифровое телевидение. Что для этого нужно? Вот вы с собой принесли приборы, которые вот для многих непонятно. Что это такое и как, используя их, можно будет смотреть цифровое телевидение? Для просмотра цифрового телевидения жителям необходим либо сам телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2. То есть они продаются сейчас? Они продаются, да, уже в свободной продаже. Либо, если телевизор не поддерживает такой формат, потребуется вот такая вот приставочка, поддерживающая наш формат, и вот такая вот дециметровая антенна. Все остальное по инструкции подключаем кабеля, включаем, настраиваемся на 37-й канал и наблюдаем. Александр, без рекламы, сколько стоит вот эта приставка, ну и ценовой диапазон, и сколько стоит антенна? Ценовой диапазон приставок начинается от 1500, заканчивается где-то примерно в 4-4,5, а антенны дециметровые от 200 рублей. То есть, чтобы было понятно зрителям, это ж, ну, как вот, когда видеомагнитофоны появились, вот были декодеры, которые цветное изображение делали из черно-белого. Ну, что-то типа такого. А кто будет настраивать? То есть сам человек может у себя дома вот это все настроить? Если человек не сможет настроить сам лично, он может прийти либо к нам в консультационный центр, находящийся на Вокжанова, дом 7, пятый этаж, либо позвонить нам по телефону. Угу. Уже. Да, по телефону 32-33-28. Я просто подумал, что вам уже по телефону кто-то позвонит. Александр, последний вопрос. Многие интересуются, могут ли телезрители смотреть одновременно и аналоговое телевидение, и цифровое? Да, такая возможность есть. Для этого необходим всего лишь сумматор. То есть некий разъем, да? Да, некий разъем, который будет складывать два сигнала в один. Спасибо большое, Александр. А я напомню о цифровом вещании, которое началось в Твери на текущей неделе. Мы говорили с инженером областного телевизионного передающего центра Александром Стрельцовым. И на этом наш выпуск завершен. Смотрите программу «События. Время. Тверское». До свидания.